Всем большой привет! Меня зовут Маша, и сегодня я буду делать мини-мини антистрессы. Я знаю, что вы любите всякие прикольные штучки типа лизунов и антистрессов, и мне сегодня пришла идея, почему бы не сделать мини-мини совсем маленькие антистрессы для рук. В общем, давайте начинать. И для первого антистресса мне понадобится лизун, маленькие шарики и сетка. Сетку, кстати, вы можете взять от какой-нибудь старой мочалки или, допустим, от упаковок для лука. Вы ее где-нибудь точно найдете. А как сделать лизуна, вы можете посмотреть на моем канале. У меня очень много рецептов, как с клеем, так и без него. А также мне понадобится вот такая вот штучка. Она у меня шла в комплекте вместе вот с этими шариками. Но вы ее можете заменить, например, горлышком от бутылки. Сначала одеваем шарик на вот эту вот воронку. Теперь нам нужно затолкать сюда лизуна. Лизун у нас уже внутри шарика, теперь нам нужно его завязать. В общем, смотрите, вот что у меня получилось. Теперь время для сетки. Я выберу, наверное, желтенькую, она отлично сочетается с синим цветом. Плотно оборачиваем сеткой наш шарик, отрезаем нужное количество и завязываем. Отрезаем еще лишнее. Смотрите, какой классный антистресс у меня получился. Также я сделала еще вот таких два антистресса. Смотрите, они тоже очень прикольные. В них я положила черного лизуна, который я делала из кока-колы. Кстати, видео можете посмотреть. Ссылочку я вам где-нибудь оставлю. Второй антистресс я буду делать из шариков Orbis и все таких же маленьких-маленьких шариков. Для этого мне также понадобится вот эта мини-воронка. И тут все очень просто. Одеваем воздушный шарик на воронку и добавляем в него Orbis. Вот и все, этот антистресс готов. Таким легким способом вы сможете сделать много разных крутых антистрессов. И это не может не радовать. В итоге у меня получилось 5 разных антистрессов. И, кстати, один антистресс я сделала совсем простым способом, который, считай, не нужно вам показывать. Потому что просто добавьте в шарик лизуна, и все, антистресс будет готов. Если у вас нету сетки или, допустим, шариков Orbis, а антистресс вы сделать хотите, то этот способ как раз-таки для вас. Надеюсь, вам понравилось это видео и моя идея, как сделать маленькие антистрессы для рук. Если это так, то обязательно поддерживайте меня большими пальчиками вверх под этим видео. Также подписывайтесь на мой канал, просто нажмите на вот эту кнопочку. И, конечно же, не забывайте смотреть мои предыдущие видео, они тоже очень интересны. Но на сегодня это все, я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю. До скорых встреч, пока-пока!